Театр балета «Алмазы Якутии» под руководством Татьяны Рахманиной принес международную славу Мирнинскому району. Дети объездили весь мир. В репертуаре театра «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Кармен Сюита». А 31 марта и 1 апреля во Дворце культуры «Алмаз» пройдут выступления, посвященные 30-летнему юбилею коллектива. О буднях руководителя театра расскажет Наталья Николаева. Руководитель детского театра балета «Алмазы Якутии» Татьяна Рахманина интервью не дает. «Вот они, главные герои, выпускники, покажите их», — говорит она и старается выйти из кадра. Хотя без ложной скромности, здесь именно она главный герой. Ежегодно в театр приходят больше 50 малышей, к выпускному остается менее 10. «Балет — это серьезно, это на всю жизнь», — говорят ее ученики. Мы ее всегда слушаемся, потому что мы видим свой результат, когда она с нами работает. Татьяна Николаевна сама у нас такой, можно сказать, боевой человек. Как бы все от нее принимаем, все самое хорошее, что она дает, берем себе. «Алмазы Якутии» – это всегда признание и аншлаги на концертах. Выпускникам есть о чем вспомнить. Они объездили весь мир и покорили зрительные залы Европы. Татьяну Рахманину знают не только в России, но и за рубежом. За 30 лет она удостоилась высоких премий и наград. В этом году фонд «Дети Саха-Азия» признал ее человеком года. К ней-то я зашел в первый раз в 8 классе, это было. Ну, такой строгий, профессиональный человек. Ну, видно, мне сразу понравилось у нее работать в классе. Ну, все, что она нам привила, ну, это в первую очередь, да, трудолюбие, конечно, отношение к своей профессии, вот... Мы любим свое дело, вообще мы любим детей, любим свою профессию. Татьяна Рахманина стояла у истоков театра и выпустила не одно поколение детей. Как никто, она знает о том, что грации и легкости можно добиться лишь упорными тренировками. Строгой и справедливой, безжалостной к Лене и беззаветно любящей детей. Такой запомнят преподавателя ее ученики. Ведь балет – вся ее жизнь. Наталья Николаева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».